Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 11 июня 2020 года. И пока Нюша Хомячуша вышла из гнезда, я хочу посмотреть детишек наших, которым исполнилось 2 дня. Нюша кушает. Ой, тихбозы, они зевают. Да ж ты моя прелесть. 5 малышей. Начинает кто-то из них вот есть такой потемнее, а кто-то совсем розовенький. Боюсь потрошить особо сильно гнездышко, потому что Нюша уже возвращается. И первые дни после родов нежелательно лазить в гнездышко с хомячатками, чтобы мама их не слопала. Нюша уже интересуется камерой, но она сама по себе у нас всегда такая любопытная, всегда тянется к рукам, как только я прихожу и добавляю там ей еду или проверяю там поилочку. Вот. Но сейчас у нее еще и детишки. На меня она реагирует совершенно спокойно, но я не хочу свои руки тут рядом с гнездом. Молочко он в животиках есть у детишек. У Нюшки еды тут навалом. Я сейчас ей опять мясную вот эту пюрешку Темочка добавила. Все у нее тут есть. Миски целиком битком. Ох, те бозы, что они вытворяют. Прелестники какие. Ребята заметно повзрослели, поширили. Она пошла кушать в мисочку. Я немножко попробую еще раздвинуть бумажки палочкой. Господи, господи. Ты же, боже мой. Ой, ты, господи. А у кого-то там мосечка. Да кто-то на ком-то лежит. Я думала, попочка. Нет, все мосечками кверху. Если их трогать начинать, они сразу вот его начинают делать. Ой, ой, смешно. Ой, смешно. Если вам, дорогие друзья, так же, как и нам, нравятся маленькие, миленькие хомячушки, и интересно смотреть за ростом и развитием, как эти маленькие-маленькие креветочки будут превращаться вот в таких красивых хомочек. Мамочка у нас пушистенькая. И какого окраса станут в итоге детки? Потому что мама и папа у нас черного окраса. Это мама наша Нюша Хомячуша. Сейчас она их будет прятать. Подписывайтесь на канал нашего питомника, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить обновления. Я буду снимать ежедневно, как развиваются и меняются малыши. Хомячата растут очень быстро. И мы скоро с вами вместе узнаем, какого они будут окраса, какого типа шерсти, кто будет девочка, кто будет мальчик. А потом начнем их пристраивать, искать им новые семьи, любящие, заботливые ручки. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы не пропустить новости нашего питомника. У нас сегодня родились щеночки, и видео о щеночках также будут выходить ежедневно на канале нашего питомника. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!